Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе Джимикс. Всем привет. И сегодня мы будем... Шипать. В общем, мы зашли на сервер, в прошлый раз были на техномагике 1.7.10, теперь мы на техномагике 1.12.2. У нас есть такой сервер интересный, и такой, очень много разных серверов. Короче, можете приходить к нам играть, ссылочка на проект будет в описании. А сейчас мы покажем один очень интересный дюб, который вот сейчас Джимикс будет оценивать. Джимикс, как ты думаешь, что стоит передо мной впереди? Перед тобой разливочная машина. Так, давай рассказывай, для чего она требуется в этот раз. Она нужна, чтобы заполнять какие-либо жидкости. Точнее, резервуары с жидкостями. Угу. Да. На самом деле она не нужна не для этого, она нужна для того, чтобы дюпать железо. Ага. То есть мы не заправляем, мы дюпаем железо. Сейчас я покажу, что нам нужно для дюпа железа. Нужно построить эту разливочную машину, которая строится очень легко. Смотрите, я сейчас повторю, постараюсь первого раза, чтобы у меня получилось, а вы можете посмотреть, как стрик я буду можешь ставить. Стрик можно сделать. Собирай. Нет, ну я хотел, ты сломал. Ну, лучше бы сразу дюпал тогда, раз ты хотел ломать. Ладно, вы можете смотреть, как я все строю. Если кто-то не запомнит, там есть книжка специальная в иммерсиве, и можно построить вот такую вот машинку. Вот такая вот машинка, берем молоточек и стукаем вот в эту область. Так, хоп, и у нас машина собралась. Вот так вот, хоп. Я книга должна быть внутри. И у нас машина, это вторая уже книга. Да, в книжке на самом деле есть уже тут легкие механизмы, разливочные механизмы, вот можно посмотреть, как механизм строится. Ошибка на самом деле, почему дюпает, виной все жидкостный насос, вот этот вот, который у нас высотой два блока, видишь, два блока. Как ты думаешь, что будет, если ты возьмешь кирку, вот возьми кирку уже, и сломай вот этот вот синенький блок, ломай его. Опа, выпал жидкостный насос один. А ты видишь, что тут стоит? Сверху остался. Ломай его. Выпал жидкостный насос 2. Теперь смотри, что я делаю. Я его ставлю опять обратно. Беру молоточек в руку. И собираю снова механизм. Хоп, ломай. Оп, я забрал. Оп, забрал. Отлично. Вот, таким образом мы можем надюпать очень много жидкостных насосов. Как ты думаешь, зачем они нам нужны? Причем здесь железо вообще? А потом можно переделать в дуговой печи на железо. А, ты все знаешь, оказывается. В общем, можно посмотреть, куда можно применить этот насос. Дуговая печь, переработка. И мы, получается, из одного жидкостного насоса можем получить 5 железа и 2 слитка. Вот такой вот очень легкий дюб. Что? Сказал 2 железа и 2 слитка. 2 самородка слитков. Да, спасибо за поправку. Ваш голос принят. Ведется зубанница. А если область добычи поставить? А, тогда, скорее всего, ты... Нет, тоже 2 выпало. Тоже 2 выпало? Ну, просто их сразу, типа, собрал, получается, вот и все. Угу. Вот таким способом можете дюпать железом. Приходите играть к нам на проект, у нас все это исправлено. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео Джимикс, и всем пока-пока. Всем пока. Куча насосов, у меня их уже 7 штук. 7, так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Можно забор из них строить, знаешь, такой необычный забор. А я вообще в ГМ-ки ставлю их, думаю, почему они бесконечные? Я же в ГМ. Потом, как обычно, напишут в комментариях, знаешь, типа, вы опять в ГМ-ки дюпаете.